краю скиту, на острове Бука. Монахи жили в старину, молясь там одиноко. Уже прошло немало лет, как взяв святой водицы, они ушли в дремучий лес, в луком краю молиться. Пещерки жили на двоих, всего одна рубаха, другого не было у них, так жили два монаха. Грибы варили на обед, по ягоды ходили, и есть у них еда или нет, Христа благодарили. Одну молитву каждый час монахи сотворяли, о Господи, помилуй нас, другое не знали. Прошло немало лет, на остров Харимухи приплыл на быстром корабле церковный чин высокий. И удивился, где псалмы, где гласы, где седали. Неправильно, неверно вы молитвы сотворяли. Монахи в слезы научи, мы будем век учиться, как нужно утром и к ночи направить молиться. Владыка все им разъяснил, благословил с улыбкой, сел на кораблик и поплыл по глади моря зыбкой. И вдруг он видит позади, бегут по водной глади монахи с криком: «Погоди, владыка, Бога ради!» Бегут, не замочивши ног, и молятся смирением: «Напомни нам еще разок последнее моление». Владыка, охнув, осенил себя крестом, и снова во все глаза глядит на них, не в силах молвить слова. Когда же речи капли сил, владыки возвратились, промолвив: «Господи, спаси!» Молитесь, как молились. Спасибо, Господи.